Я выбрала профессию логопед и поэтому продолжаю учиться, остаюсь и продолжаю учиться в 10 классе. Оля Яблокова, ученица 9 класса 22 школы, уже решила, кем быть. Хотя подумать над выбором ей все же стоит еще раз. Об этом говорят результаты тестирования на профориентацию, которое прошла Оля и все вологодские девятиклассники. Неожиданно оказалось, что мой ребенок более всего тяготеет к химии и технологии. Хотя на самом деле, конечно, это ее очень увлекает, но далеко не самый сильный предмет в школе. Артем не определился с профессией, но уже точно знает, что будет поступать в машиностроительный техникум. Результаты тестирования повлияли на его решение и удивили родителей школьника. Мой ребенок прошел данное тестирование, вот, и по его результатам мы поняли, что у нас есть некий другой, скажем так, горизонт, где бы мы могли найти себя в новой профессии, в новой специальности. Открылись совершенно другие его качества, которых мы даже раньше не подозревали. Родители понимают, что сейчас их детям нужна поддержка и помощь, но помощь нужна и самим родителям. Для этого на родительские собрания приходят преподаватели кафедры психологии и проводят консультации. В Вологде начался второй этап профтестирования девятиклассников. Психологи рассказывают и о важности выбора профессии, и о том, как при этом использовать результаты исследований. Так как выбор профессии – это важный вопрос не только для детей, но и для их родителей, специалисты университета выходят на родительские собрания, где говорят родителям о том, насколько важен этот этап для детей и о той конкретной помощи, которую могут оказать родители своим детям. Пойти по стопам родителей, выбрать профессию как сын соседа, последовать примеру известных людей. Так тоже можно выбирать профессию. Но специалисты все же советуют ориентироваться на особенности школьника. А именно при профтестировании они и проявляются. В этом году в таких исследованиях участвовали все девятиклассники Вологды. И в ближайшее время каждый из них примет решение – идти в среднеспециальное учебное заведение или в 10 класс. А если оставаться в школе, то какую специальность выбирать при поступлении в ВУЗ? Алена Закатаева, Игорь Пантин, Вологда Портал.